С рабочим визитом в Чувашии побывал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. На Чебоксарском электроаппаратном заводе он провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности. Далее продолжит Рифат Фаткулин. У завода немало фундаментальных разработок, практически готовых к освоению. Микропроцессорные устройства релейной защиты – особая гордость. Их используют в разных отраслях – от электроэнергетики и нефтегазового сектора до космоса. Сегодня ЧАЭС обеспечивает энергетическую безопасность всей страны. Релейное оборудование завода используется на большинстве объектов российской энергетики. На предприятии ведут постоянную работу по совершенствованию системы качества. Устройства в серии БМ, которые вы видели, аттестуются, проходят испытания в лаборатории, это Саров. Вот. По факту окончания... Да, именно так. Вот. По факту окончания испытаний мы уже передаем в стек документы и получаем заключение. Вот как раз с ними общались, там был ряд вопросов вчера, наверное, часа два. Вот, ну, то есть в этом году вы идете на сертификацию? Вот. Да. Именно так. Разговор о перспективах базовой релейной защиты продолжился на совещании. Инновационные технологии двигают профессиональные кадры. Современная наука очень нуждается в них. Сегодня в республике более 200 электротехнических компаний. Из них 30 входят в отраслевой кластер. Все это обеспечивает чувашским производителям доминирующую роль на рынке электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики. Это более 40% по российскому рынку. Реализуются поставки в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья. То есть в этом сегменте экономики республики сформирован солидный научно-технический и производственный задел. Но, конечно, есть резервы для дальнейшего развития. Это касается и технологического перевооружения мощностей, и внедрения цифровых решений, и расширения продуктовой линейки. И, кстати, вот за то небольшое время, которое я смог посетить сегодня несколько предприятий, я уже вижу, что есть возможности, в том числе и для наращивания кооперации внутри республики, в частности, вот на Хевеле мы обсуждали эти вопросы. Мне кажется, здесь надо вместе с регионом нам поработать. Мы готовы посмотреть со стороны федерации, чем сможем помочь. А здесь на вашем уровне нужно будет просто правильно выстроить кооперационные связи. Что делать энергетику завтрашнего дня? Уже сегодня надо думать о кадровом резерве. В частности, увеличение бюджетных мест. Я думаю, что мы будем разговаривать, конечно, с коллегами из Министерства науки и высшего образования. И вполне возможно, с учетом положения послания президента, мы найдем тоже здесь соответствующую поддержку. Поэтому будем идти, как говорится, шаг за шагом, решая одну проблему. Вполне возможно, у нас появятся новые задачи. Намерены ставить все большую планку перед собой, с тем, чтобы нам быть, вот, если не впереди, но как минимум конкурентными. Затронули и финансовую сторону вопроса. Мы ведущие по всей стране и даже продвигаемся на мировые рынки. Мы не используем активно все возможности, которые есть для того, чтобы занять более серьезные позиции. Есть проблемы, связанные с лабораториями, за которые надо много платить. Испытательные центры, эти лаборатории могли выпускать сертификаты, применяемые во всех сферах, отраслях. Мы постоянно будем вместе с правительством Чувашской Республики продвигать. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.